Содействие в выделении земельного участка в поселке Виноградный на улице Заводской под установку детской площадки попросил Юрия Полякова общественник Артем Зайцев. Есть пустырь на улице Заводской, между Заводской и Молодежной. Я так не помню. Да, ну там приличная территория, но сейчас зарастает 15. Она. Да. Вот. Зарастает, там периодически чистят, там мусор выгребают. Вот. А район здесь достаточно заселенный. Там около человек, наверное, 400-500 здесь. Архитектуре дано указание решить этот вопрос в ближайшее время. К благоустройству площадки готовы подключиться и местные жители. Зинаида Пригодина пришла с проблемой частых отключений электроэнергии. Эта тема звучит на каждом общегородском планерном совещании, согласился Юрий Поляков, как и острая критика в адрес энергетиков. Почему у нас каждый день где-то в районе отключается свет, я получаю 100 жалоб от людей, и мы не знаем, где это происходит. Поэтому, уважаемые районные сети, извещайте людей, пожалуйста, заранее, когда и где будут вестись ремонтные работы и отключение сетей. Бесхозные трансформаторные подстанции и сети – тоже распространенная проблема. Районные сети, по словам заявительницы, не реагируют на письменные обращения жителей. Требуется помощь. Подготовить надо письмо. Григорян, адрес какой? Переулок Садовый, дом номер 5. Что за ТПшка? Фотографии отдайте Григоряну. Хорошо. Напиши Авросети, в какие сроки они устранят в плане безопасности это все и нам доложат. Ряд вопросов, с которыми анапчане пришли на прием к исполняющему обязанности главы курорта, касался имущественных и земельных споров, улучшения жилищных условий. По каждому даны разъяснения и ответы.